Что-то я проголодался. О, идея! У меня же есть макарошки! Сейчас я наложу макарошки и сейчас их покушаю. Какие вкусненькие. Макароны такие длинные. Вкусненько. Что-то скучно. Включи телевизор. Нужно чем-то запить. Налью себе компотика. Леша, я тоже хочу кушать макароны. Дай мне, пожалуйста. Нет, 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 Андрюша, иди отсюда, это мои макароны. Ну и ладно тебе. Ой, иди. Ну хочешь делиться? Ну, держись. Ха-ха, так тебе не надо. Это что такое еще? Черные макароны? Нет, спасибо, не надо. Положу себе еще макарошек. Ну все, теперь наконец-то можно нормально покушать. Честно. А, иди. Ну что ж тебя задам, Алёша? Держи ты ещё черных макаронков. О, что? Опять эти черные макароны? Фу, кто это сделал? Спасибо. Не я сделал. Ну ладно, ничего страшного. Пойду еще макарон себе положу. А, что? Черные макароны? Откуда они здесь? Фу, нет. Рисок, покушаю-ка я рис. Тоже, пожалуйста. Да, держи, покушай черные макароны, они вкусные. Ну тогда, получи. Да, что это такое? Черный рис? Фу, нет, спасибо, не надо. Налью компотик, его попью. Пойду-ка я себе еще риска положу. Какой ароматный. Вкусненький. Ах так, ну ладно, ты у меня еще получишь. Держись, братик. Опять этот черный рис. Кто же это делает? Ха-ха, так и надо делать, Алекс. Ладно, положу еще себе. Что, и тут черный рис? Андрюша, это ты делаешь? Ой, извини. Сереж, давай не будем ругаться, а будем делиться. И давай договоримся. То, что мы больше не будем ругаться, хорошо? А, черный рыбы у тебя. Ребят, не забудьте подписаться на мой канал и поставьте лайк. Пока-пока!